in comes officially 4 minutes, 15 seconds of round number two. We have your winner by TKO, Sergey Hondoshko! Сергей Хондошко, крупнейшая победа в твоей карьере в UFC после длительного простоя. Скажи, как ты себя чувствуешь? Я счастлив, десятикратно счастлив. Очень рад. Я мечтал об этом все 2 года, что у меня были проблемы с коленом. Я уж начал думать, что не смогу биться, но я совсем разобрался и смог выступить. Я хочу сказать большое спасибо организации за этот бой. Это здорово. UFC — лучшая организация в мире. Спасибо большое. Давай посмотрим на потрясающий левый хук, которым ты закончил этот поединок. Это была невероятная заруба. Скажи, такого ли поединка ты ожидал от Гранта? Ну да, Дуайт Грант — это хороший парень, добрый парень, отличный боец с тяжелыми, точными ударами. Пару раз он меня даже немного потряс, но да, он отличный парень. Притом не только как спортсмен, но и как человек, так что только уважение ему. Поздравляем тебя с успешным возвращением в UFC, леди и джентльмены, аплодисменты Сергею Хондошко!